Доброго дня, я вітаю всіх глядачів телевізійного каналу Миколаїв. Запрошую вас до програми «Це вас хвилює». Обговорюємо наступну медичну тему. Ми сьогодні будемо говорити про закалювання. І в нашій студії міський дитячий імунолог, лікар-педіатр Ірина Миколаївна Пліткіна. Доброго дня. Здравствуйте. Ірина Миколаївна, зараз літо, я так обережно кажу, тому що насправді літо таке специфічне у нас. У нас було кілька надзвичайно спекотних днів, були дощі, були дні прохолодні, знову спекотні, знову дощі. Тобто справжнього літа, як в моєму розумінні, розумінні мами вже дорослої доньки, літа такого, щоб можна було закалювати дитину, його наче і не було. Але ви мене здивували перед ефіром, тому що сказали, що ось якраз така погода, вона і є найкраща для того, щоб це робити. Чому? Уже закаливание идет, то есть контраст теплой и прохладной температуры, это и есть первый момент закаливания, когда мы рекомендуем даже маленького ребенка раздевать и делать ему воздушные ванны в более, получается, в прохладном воздухе, да, когда ребенок одет и потом раздет, то есть это уже закаливание. Здесь важно, мамы, которые хотят уже подготовить ребенка, вот мы уже думаем, да, о школе все равно уже, не за горами этот момент, детский сад дальше будет, вот, то уже момент, когда вот было жарко, а потом стало прохладно, не одевать на ребенка курточку, как я вот смотрю, делают многие, одевают куртки, кроссовки, да. Не надо этого делать. Дайте ребенку возможность почувствовать этот контраст. Для него это очень хороший момент, период для того, чтобы его организм более так вот сконцентрировался и были процессы закаливания. То есть вот адаптации холодного и теплого воздуха – это очень хорошо. Точно так же потом делаем с водой, теплая, холодная, контрастные души. Это тоже мы закаливаем тоже организм ребенка. Да? Поэтому как раз хорошо. А вы знаете, когда мы говорим с врачами, которые лечат людей старшего возраста, то вот они часто говорят, что как раз для людей старшего возраста вот эти перепады температуры не есть хорошо. Страдают сосуды, и это такая нагрузка. Же, а вот для маленького ребенка, у которого, который физически еще не сформирован, не оказывается ли это чрезмерной нагрузкой? Ну, это должно быть постепенно, вот этот переход закаливания, он должен быть постепенный. Вот сначала воздушные ванны, потом водные процедуры, опять холод и тепло. Если это делать постепенно, снижая температуру воды, ну или вот воздуха, это как бы сложнее, а температуру воды или чередовать воду и теплый воздух и прохладную воду, и этот процесс делать постепенно, то наш организм ну, адаптируется к этому, и это хорошо. Это, наоборот, тренирует сосуды. Да, более взрослым людям этот процесс, конечно, уже, получается, иногда ну, даже не рекомендуют, потому что сосуды у человека, если они уже ну, возраста, у людей старшего возраста, они становятся более хрупкими, и они не могут так, скажем так, расслабляться и снова сужаться, как у ребенка. Не настолько эластичный. Да, нету эластичности. То для ребенка это хорошо. Наоборот, это вот тренирует сосуды и не будет потом той вегетососудистой дистонии, которая возникает как бы подростки, если раньше мы там говорили об этом 14-15 лет, то теперь 10-11 лет. Это тоже момент, да, когда наши невропатологи выставляют детям вот такую, такую сосудистую такой дистонию. Да. Ирина Николаевна, еще такой вопрос. Вот, собственно, с июля уже такой массовый отъезд на курорт. Да, поехали. Но уже и в июне мамы вывозили детвору. По поводу воды, вот вы сказали, хорошо чередовать теплый воздух, прохладная вода. Но на самом деле, учитывая ту погоду, какая в последние годы была у нас летом, то приезжают на море, загорать можно, купаться нельзя. Но ребенка удержать, чтобы он не влез даже в эту ледяную воду, иногда бывает невозможно. Насколько это опасно? Это не опасно, но опять, если мы говорим, когда мы ставим акцент о закаливании, да, и вот о таком контрасте температур, самое главное, что у ребенка не должен возникнуть дискомфорт. То есть он не должен замерзнуть,
вот так прям совсем посинеть, и потом очень долго его отогревать. Если вот этот контраст, он молниеносный, и ребенка снова поместили, скажем так, завернули в полотенце, на солнышко, переодели тут же, он недолго охлаждался, то это хорошо, и этого бояться не надо. Но опять же, у ребенка не должно быть каких-то хронических очагов инфекции. Поехали на море, приехали с ангиной. Почему? Потому что у ребенка был хронический тонзиллит, то есть был очаг хронической инфекции. Здесь ребенок на море, ну, на воде, на речке, да, он долго купался, переохладился. Вот этот холодовой стресс вызвал у ребенка обострение тонзиллита, и мы получили ангину. Вот эти хронические, потому что инфекция, она у нас всегда присутствует. И в данном случае, опять же, процесс вот этого переохлаждения, он не должен присутствовать. На этом надо ставить акцент. Ребенок не должен перемерзнуть. Еще такой вопрос. Какое время пребывания на курорте, на морском побережье хорошо? Мне приходилось слышать, что 5 дней этого недостаточно для того, чтобы ребенок набрался на год вперед здоровья. Ну, в общем, да, хотя бы 10-14 дней. Но учитывая, что мы южане, и, в общем-то, наши дети, мы все равно, дети полностью круглогодично находятся в такой южном климате, то выезд на море достаточно где-то до 2 недель. Но если можно ребенка вообще поддержать, ну, в условиях экологически чистых, это будет или море, или будет это деревня, когда мы можем вывести ребенка в более чистую экологическую среду, пожалуйста, пусть он будет и все 3 месяца, то это совсем не запрещено. Это будет даже очень хорошо. Конечно, если есть такие возможности. Да, если есть такие возможности, действительно, я вспоминаю, что вот какие-то мои одноклассники в моем детстве, они бывали у бабушек в деревне, у меня бабушек в деревне не было. У меня была бабушка на старом водопое, в то время почти деревня, но... Ну, там был экологически чистый воздух. Да, для современных детей иногда встреча с природой, она оказывается, ну, некоторым потрясением, что ли. Плохо переносят желудки, плохо переносят... Ну да, здесь должны быть какие-то наставления, да, потому что много грязи – это плохо. Вот, потому что там действительно немножко санитарные нормы другие, и здесь уже, если там родители, ну родители как бы, да, они более будут соблюдать санитарные нормы, а бабушки, которые живут иногда там, ну, немножко другие, скажем так, понятия. Вот, поэтому здесь надо найти вот с родителями общий язык и дать такие наставления, что все-таки вода должна быть или фильтрованная, ну, более чистая, вот, и руки мыть, ну, их надо мыть везде, ну, конечно, и в городе, да. Да, пойти с грядки покушать помидоры, ну, их надо тоже помыть, вот, с дерева тоже не есть. То есть элементарно, если соблюдаются моменты гигиены, то, в общем-то, это нормально. Ну, и да, еще в селе любят покушать, ну, такой, говорят, здоровой пищи, сливки, сало, вот, ну, для ребенка, это который, да, привык, то есть нагрузки на желудок быть не должно. Праздник живота устраивать – это рискованно, скажем так. Скажите, с какого возраста можно ребенка вывозить на то же самое морское побережье? Если до года малыш или год с небольшим, полезно ли это будет? Лучше везти на лиман – или можно везти, ну, скажем, на ту же Кенбургскую косу или Коблево? Какой климат предпочтительнее? Везде, где экологически чисто, можно ехать и на лиман. Но на лиман, да, у нас вода там будет немножко более грязная, скажем там, если мы сравниваем с Кенбургской косой. Для маленького ребенка, ну, годовика, после года, вот полутора-двухлетку, можно спокойно вывозить. Но, опять же, надо обязательно соблюдать моменты, когда ребенка можно, ну, немножко, чтобы он позагорал, это прогулки там по побережью и
именно какая-то инсоляция, это утренние часы до 10, до 11 часов, или только вечернее время, где-то после 4-5 часов. А дальше вот этот промежуток времени, пожалуйста, под рассеянной тенью, под деревьями, ребенок может находиться чуть ли не круглосуточно. Но единственное, обеспечить, чтобы не было укусов комаров. Это обязательно. На сегодняшний день достаточно средств косметических даже для детей с годовалого возраста, которыми можно пользоваться. Укусы для маленьких детей, они очень часто дают аллергическую реакцию, когда их много, это не есть хорошо. То есть тут же ребенок вспотел, почесал, инфицировалась, и мы можем получить какую-то проблему, какие-то инфекционные тогда кожные заболевания. Mm-hmm. Если это соблюдается, пожалуйста, можно выезжать и загорать. Ну, потому что у нас, если это будет ребенок, который приедет с Киева, да, здесь надо период адаптации должен быть более длительный. Для наших детей, проживающих в нашем южном регионе, этот период адаптации, даже это если будет в северных районах Николаевской области, он значительно сокращается, и ребенок может, в общем-то, довольно-таки быстро адаптироваться, если он находится на берегу моря, и получать удовольствие. Мне кажется, что современным детям, кроме всего прочего, в принципе, нужно адаптироваться к морю, к открытому пространству, к воздуху, потому что их среда обитания – это телевизор, компьютер, рабочий стол, за которым невероятное количество уроков, а плюс еще какие-то нагрузки в виде секций, кружков, занятий дополнительных с репетиторами и так далее, и так далее. Поэтому это тоже каким-то образом сказывается на здоровье ребенка, и так что иммунитет, в общем, не становится лучше. Опять же, насколько я понимаю. Да, это так. Ко мне часто приходят, тоже обращаются родители именно с тем, что ребенок в течение учебного года, как правило, много болеет. Одно дело, что это все равно зимний период, да, mm-hmm. понятно, что респираторных заболеваний больше. Но когда начинаешь выяснять, как же ребенок учится, чем он занят, кроме учебы, то выясняется, что этому бедному ребенку вообще некогда просто сесть, посидеть и отдохнуть. Поэтому если ребенок очень загружен, он и учится, и занимается в двух-трех, а то и еще больше секциях, и спортивных, и с какой-то интеллектуальной какой-то нагрузкой, то эти дети, они психологически страдают, и они очень устают. А маме и папе этого не скажешь, потому что они хотят свое чадо видеть успешным. И ребенок, просто получая вот этот эмоциональный стресс, он просто начинает болеть. И когда немножко его разгружают, даем подпитку какую-то витаминами, рекомендуем больше ребенку отдыхать, убираем лишнюю физическую, эмоциональную нагрузку, все становится на место. Поэтому надо думать родителям обязательно о том, что ребенка, он не может сказать, что ему совсем тяжело. Он просто переживает, и он начинает болеть. Поэтому вот эти моменты родители должны учитывать. А допустимые нормы нагрузки, если можно так выразиться, нагрузки, в зависимости от возраста, они как-то меняются? То есть ребенок, когда ему 8-9 лет, он посещает две секции, спортивную, например, как вы сказали, интеллектуальную. А когда ребенку 14, точно так же он две секции? Да, а у него эмоциональная нагрузка. В 14 лет идет гормональная перестройка. В школе они готовятся уже к каким-то выпускным, первый там 9 класс заканчивают, или уже потом идут к окончанию школы. У них большая нагрузка в школе. Плюс начинаются занятия с репетиторами. Потом они ходят, ко мне тоже так вот обращаются, он занимается в секции по волейболу. И у него 3-4 репетитора. Это очень тяжело. И плюс очень интенсивный рост. У подростков, когда идет, когда они вырастают за год на 2-3 размера обуви в высоту, то это очень тяжело. Их иммунная система тоже не может за этим успеть. Они однозначно начинают больше болеть. И плюс эта эмоциональная нагрузка, это тяжело. Поэтому для подростков их надо как-то даже, я считаю, больше жалеть и родителям обращать внимание. Этот конфликт родителей и дети, он возникает не зря, потому что, в общем-то, подростки испытывают большую эмоциональную нагрузку.
Ирина Николаевна, а болеть, вот вы говорите болеть больше, болеть имеется в виду сезонное простудное заболевание, или вот это может проявиться в любой форме, и невозможно порой даже предугадать, какой болезнью скажутся последствия? Но болеть больше, то есть если ребенок болел 2-3 раза в год простудными заболеваниями и легко выздоравливал, то есть это нормально. Ну, вот шестилетки идут, да, особенно которые не посещали детский сад, и они начинают болеть, и у них и 5, и 6 раз может, они могут болеть. Но если он заболел, выздоровел, это нормально. Что я говорю, когда болеть больше? Заболел вирусной, и эта вирусная переросла или такой затяжной бронхит, или воспаление легких, или отит, инфекционное, то есть осложнилось инфекционным процессом каким-то. Потом у детей, особенно у подростков, очень часто в этом возрасте могут быть проявления каких-то системных заболеваний, которые вот сидели тихо, тут же там был просто хронический тонзиллит, а потом вдруг у ребенка пошла и нейроциркуляторная дистония, и с сердцем проблемы, и с суставами, и тут вот, вот ребенок прям чуть ли не, вот, не рассыпается. Потому что, вот, да, иммунная система не успевает, нагрузка большая, плюс ребенку некогда остановиться, маме некогда обратиться полечить его так вот основательно. И иногда приходят уже с очень такими уже запущенными диагнозами, когда ребенку действительно надо уделить и месяцы 2, и 3 для того, чтобы его восстановить и ну, все стало на свои места. Поэтому как бы вот эти есть возрастные гормональные, так сказать, пики перестройки, это 3, 6, 9 лет, и вот 12-16, это когда организм претерпевает гормональную перестройку, и к ребенку надо в этом возрасте относиться очень аккуратно. Я опять проведу параллель со здоровьем взрослых. Ну, взрослые обычно как говорят, смена занятий, смена рода занятий – это отдых. Вот всю неделю работаешь, сидя за компьютером или пишешь там статьи какие-нибудь, а в выходные поехал на дачу, тоже потрудился, но вроде как себе посчитал, галочку поставил, отдохнул, сменил род деятельности. Для ребенка это приемлемо? Ну, ребенок, если он, в общем-то, и физически занимается, если это, ну, вот, ребенок в школе, он все равно в течение недели получает физическую нагрузку. Ему в выходной день, может быть, его повезти на дачу, но чтобы он не физически работал, а может, какой-то час и два и повалялся просто. Его физически там можно не нагружать, если он, ну, этого сам не хочет. Иногда, да, вот как наши психологи говорят, вот ребенок хочет час сидеть и просто тупо смотреть в потолок. Дайте ему этот час. Вот он все равно, он развивается в это время, он чем-то, он что-то думает, он что-то осмысливает. Все время дергать ребенка и заставлять, что вот ты должен делать сейчас это, а потом это, и ни минуточки у тебя не должно быть, вот просто свободного времени так не должно быть. Ну, по поводу делать сейчас вот это, а потом вот это. Распорядок дня. Распорядок дня. Какое он имеет значение в формировании иммунитета? Чередование труда и отдыха. И обязательно хороший сон. У ребенка сон должен быть не менее 8 часов. Это уже мы говорим о возрасте 9-10 и старше. А у маленького, то есть у детей вообще до школьного возраста, у них обязательно должен быть еще обеденный сон и ночной сон как минимум 10 часов. Ребенок достаточно много должен спать, потому что когда он спит, его именно нервная система, психика хорошо отдыхает. Поэтому сон должен быть полноценный, хороший, спокойный сон. Ну а кроме сна, насколько важно и нужно приучать ребенка какому-то четкому совершенно планированию дня, к пониманию вот этого самого распорядка. Мне приходилось слышать, что есть люди, у которых есть вот четкие внутренние часы. Которые четко понимают, вот пришло время там, обеда, он будет есть только в час дня, в 2 часа для него это уже там, недопустимо, или в 12 он себе этого не позволит. А есть люди, которые не чувствуют этого, есть люди, которые ложатся всегда в 9 и засыпают. А есть, которые в 9 могут лечь, завтра в 11, послезавтра до 2 ночи кино смотреть. Ну, то есть вот такие вот моменты. Опять же, взрослый человек здесь
Хотим мы или нет, мы уже сами управляем этим социально, процессом. Да. У нас совершенно другой вот режим социальный, скажем да, так. Да, социальный. Ребенок есть. Нет. Поэтому насколько важно вот действительно именно распорядок дня. Раньше, я помню, даже в дневниках был распорядок дня. И уже вписывали. Ну, все-таки считается, что ребенок должен соблюдать вот этот распорядок дня. И кушать ребенок должен не утром и вечером, как мы взрослые себе позволяем, вот, а то и да, и один раз то только вы вечером. Вы сторонник распорядка. Я сторонник распорядка, потому что это влечет за собой дальше проблемы желудочно-кишечного тракта, скажем так. У нас тоже очень помолодели гастриты и язвы. Вот. Это тоже связано с вот таким неправильным и не сказать не рациональным, а вот нерегулярным питанием. Когда у нас ребенок или, ну, получается, особенно школьники, когда идут, вот мамы, мы не хотим, чтобы в школе ребенок ел. Она его дома кормит завтраком, а потом, а если он приходит со школы в 3, а то и в 4 часа, это большой промежуток времени, это получается, что ребенок где-то 8 часов ничего не ест. В лучшем случае чипсы, сухарики. Да, ну или находит яблоко и какой-то такой вот сухой бутерброд. Так не должно быть. Пусть он лучше поест, ну, скажем так, эта пища, ну, говорят, что она не очень хорошая, но я не знаю, но все равно она свежеприготовленная, школьная еда. Пусть он съест лучше вот любой обед в школе, да, тарелку этого супа, это будет нормально. У него, потому что все равно у взрослого, у ребенка идут процессы, и желудочный сок, он выделяется через 4-5 часов. То есть, если ребенок поел в 8 или да, 7:30, то есть с 12 к часу дня ему надо, он должен что-то поесть, потому что иначе это дальше приведет к гастриту. И по поводу еды. Я возвращаюсь к начальной точке нашей беседы, в данном случае закаливание. Угу. Пришло время, когда у нас на прилавках полно крыжовника, смородины, вишня, клубники было очень много. О качестве ее я сейчас не говорю, но тем не менее все это тоже присутствует. Да. Является ли это тоже элементом закаливания? Да, является. Витаминизированная еда – это очень хорошо и лучше, чем натуральный продукт. В общем-то, витамины – я сторонник употребления витаминов и микроэлементов, говорю об этом открыто, но обязательно здоровая пища натуральная – это обязательное условие, в общем-то, здорового организма. Поэтому еда, да, это не чипсы и сухарики, а это любые ягоды, фрукты. И летом, весной, вот как только начинается сезон, ребенку необходимо предлагать. Ну, но вопросы есть, вот аллергии, но да, опять же… Да, я только хотела сказать, учитывая… Общее здоровье иногда нации, я уже так по большому счету здоровье нации, то сегодня, к сожалению, мы говорим о том, что и аллергии стало намного больше. И… Да, но если даже бывает респираторная аллергия на любую пыльцу растений, вот, на тополиный пух, то при этом эти же дети нормально едят клубнику и малину, и у них аллергической реакции нет. Ну, не должно быть передоза, скажем так. Не надо садиться и, да, что за лето там начинают бабушки. Вот за лето надо съесть 2 килограмма клубники. Но это же не надо, не значит, что ее надо съесть и съесть. За один раз. Да, то есть если это в течение 1,5-2 месяцев, по 200-300 грамм ребенок съест, это будет нормально. Ну вот по поводу аллергии еще немножечко, потому что вот те ягоды, которые сегодня в большом количестве и, мне кажется, доступны достаточно по цене, вот та же смородина. Да. Вот говорят, зеленое, оно не такое аллергичное, как любой цветной продукт. А сейчас как раз время вот этих разноцветных ягод. Это и малина красная, и смородина черная, черника есть. Вот такие. Каким образом реагировать? Как понимать, можно, нельзя, сколько можно? Ну, в общем-то, каждый родитель видит по своему ребенку, да, еще с малых, скажем, с первых лет, когда предлагают ребенку, если у него есть какие-то высыпания на теле, вот, или жжение языка, то мы можем думать, что этот продукт является, да, является аллергеном. Но, опять же, красные продукты, почему считается…
красных продуктах, ну, считается, что аллергичный, например, тот же самый помидор и красный перец, ну, за счет своего цвета, потому что он способствует посредством вот еще других биохимических реакций, то есть он не сам провокатор аллергии, а он запускает вот тот биохимический процесс, который может потом, значит, вызвать уже проявление аллергической реакции. То с клубникой и с малиной здесь вот как бы сложнее. Считается, что не сама ягода, а вот эти косточки и усики, которые присутствуют. Есть, да, присутствуют на ягодах, вот они являются аллергеном. Может быть, ну, можно такую делать хитрость, просто ту же самую малину перетирать через мелкое сито, как, например, делаю я для своего внука. Я ее просто перетираю, и вот этот уже сок, его можно пастеризовать. Отделены, да, вот отделены от косточек, и вот, ну, сито совсем мелкое. Вот, и можно уже предлагать вот такой продукт, точно так же с клубникой. Перетереть ее через сито. Смородина не является таким продуктом. Я была сама даже когда-то удивлена, но прочитала, что вишня, наоборот, является продуктом, который уменьшает аллергию. Ну и является, конечно, вот она считается очень хорошим антисептиком. Она убирает гнилостные процессы в кишечнике. Ну, как бы, скажем так, лекарственная ягода. Поэтому, в общем-то, как мы можем еще пробовать? Сначала давать термически обработанную, то есть варить компот. Делаем, варим компот, буквально бросаем туда 1-2 ягоды и предлагаем ребенку. Если нормально, потом можем уже попробовать дать свежую ягоду. Да. Я дякую вам за нашу сьогоднішню зустріч. Я сподіваюся, що вона стане у нагоді батькам, які відправляються у відпустку і хочуть оздоровити своїх дітей, зарядити їх здоров'ям на весь наступний навчальний рік. Але, як бачимо, здоров'я дитини складається із таких багатьох чинників. Так важливо приділяти увагу кожній хвилині його життя. Я б сказала таким. Тому дякую ще раз за поради, дякую вам, що були разом з нами. Слідкуйте за своїми дітьми, за їх здоров'ям і залишайтесь на хвилі нашого каналу. Буде ще багато чого цікавого. Хай щастить. Здоров'я. Побачимося.